Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и сегодня мы будем печь торт. Самый обыкновенный, с коржами. Вот взял в киоске коржи, 6 коржей, 120 грамм, то есть 20 грамм один корж. Две банки варенки, сливочное масло нам также понадобится, и бананы. Взял 4, тут пока 3, один отдельно. Но может быть 3 хватит, может даже 2 хватит. 3 слоя будет с бананом. Вот. Ну а так вообще он делается, этот торт, просто коржи, вареная сгущенка, ну у меня вот варенка, и сливочное масло. Вот. Две банки целиком идут, а масло понадобится нам 350 грамм. Вот. Ну что ж, достаем коржи. Режем бананы. Ну и заодно сразу варенку откроем и масло отрежем. Далее режем масло кусочками и добавляем в миску вместе с вареной сгущенкой или варенкой, как в моем случае. Далее берем миксер и взбиваем крем. Вот такой вот получается крем. Вот порезал один банан, посмотрел, вроде немало тут колечек, может быть и одного хватит. Если что, потом подрежу. Далее кладем на тарелку первый корж и смазываем его кремом. Вот что получилось. Далее выкладываем по кругу бананы. Вот так вот. Нижний слой, верхний слой и средний слой будут с бананами, а два других без. Ну вот, как я изначально и планировал. Почти целый банан ушел у меня на один слой. 3 банана где-то понадобится, ну может быть 2. Далее ложим сверху следующий корж. Этот слой будет смазан у нас только кремом. После этого кладем сверху еще один корж, на него крем и бананы, потом корж, потом просто крем, и так вот до самой верхушки. Ну вот 2 банана ушло. Так, вот такая вот у меня конструкция тут. Далее наносим крем на верхний корж и смазываем бока. Крема осталось еще много. Бока удобнее всего смазывать вот такой вот лопаткой. Ну вот такая вот красота у меня сегодня получилась. Первый раз вот пробую. Мой первый торт. Ставим в холодильник на ночь. И утром можно будет уже кушать. Крем вот еще остался. Надо подумать, может какие-то пирожные завтра будем делать еще. Что ж, на этом пока что все. Продолжение утром. Так, и что у нас получилось? Вот такой вот тортик. Крем подзагустел за ночь. Теперь вот он посимпатичнее выглядит. Вот, ну, утром есть не буду. Вечером тогда попробую. Вот, украшать пока нечем. Может быть, в течение дня еще какие-нибудь ягоды куплю. Можно сверху будет украсить. А так вот, мой первый торт.